Бийск попал в федеральный проект «Безопасные качественные дороги». Со следующего года участие в нем могут принять агломерации с населением от 100 до 300 тысяч человек. Наукоград вполне соответствует. На ремонт дорог в 2019 году Бийск может получить более 300 миллионов рублей. Мы надеемся, что в ближайшие годы город качественно изменит состояние дорог. Мы перейдем из того, что мы сейчас видим, в нормативное состояние. Я думаю, жители города порадуются реализации данного проекта. К 2024 году в норме должны быть 80% бийских дорог. На карте ремонтных работ есть и региональные дороги агломерации. К примеру, на Салтон и Новокузнецк. К слову, проект еще предстоит защитить в Федеральном дорожном агентстве.